Проведение комплексных кадастровых работ в Верхневолжье обсудили на круглом столе, который прошел в Тверском Росреестре. Сейчас подобные работы ведутся на территории трех муниципалитетов – Бежецком и Ржевском районах, а также в Удомлинском городском округе. Тему продолжит Наталья Чекет. В этом году в Тверской области комплексные кадастровые работы проводятся на территории садоводческих товариществ, где уточняется местоположение границ земельных участков. Для СНТ и садоводов, в частности, это возможность в рамках одной процедуры решить проблемы с пересечением границ, наложением участков и корректировкой их площади. Люди смогут оформить все дополнительно занятые земельные участки, части земельных участков, которые они используют в рамках действующего законодательства, легализовать свои права и оплачивать, соответственно, и налоги, в том числе в местные бюджеты. Поэтому это интересно и для местных жителей, для граждан, правообладателей этих земельных участков на территории области, так и для бюджета. Согласно соглашению, заключенному между Росреестром и региональным правительством, комплекс кадастровых работ планируется провести в 2021-2023 годах. И в следующем году кадастровые работы продолжатся в остальных районах области. Однако это только первый этап. После садоводческих товариществ следующее направление – это кадастровый учет в рамках гаражных кооперативов. Очень тяжелая ситуация, сложная, с гаражами на территории, например, конечно же, города Твери, где очень много гаражных кооперативов и очень много незарегистрированных объектов только потому, что не успели люди по какой-то причине вовремя получить документы, хотя свой гараж у него есть, он у него легальный, но его нельзя было в рамках действующего законодательства оформить. А теперь в рамках принятия нового закона о гаражной амнистии и в рамках выполнения комплексных кадастровых работ люди в упрощенном порядке смогут оформить и гаражи. Кроме того, во время круглого стола в преддверии праздника Дня кадастрового инженера состоялось награждение представителей кадастрового сообщества, достигших высоких результатов на профессиональном поприще.